Один бывший КВНчик, которого считают доверенным лицом еще одного бывшего КВНчика, был вчера повержен в буквальном смысле этого слова представителями еще одного клуба, имеющего отношение не столько к юмору, сколько к махровому национализму. Подробности в дайджесте новостей Украины. Драка вместо примирения и единства. Вчера советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивоха пытался презентовать национальную платформу по примирению. Именно Сергей Сивоха курирует у Владимира Зеленского вопрос гражданского примирения на Донбассе. Через полчаса после начала мероприятия экс-добровольцы Азова, которые пришли на презентацию, начали выкрикивать оскорбления в адрес Сивоха, называя его предателем, клоуном и сепаром. После перепалки националисты обступили советника секретаря СНБО и начали его толкать к выходу из конференц-зала, продолжая грубо оскорблять. По пути Сергей упал. Полиция на происходящее, как всегда, не реагировала, но примерно через полчаса после стычки задержала ее зачинщиков. Их оказалось 15 человек. Открыто дело по статье «Хулиганство». Сам же Сергей Сивоха позже написал, что с ним все в порядке и просто кому-то не нужен мир в стране. Политика политикой, но большинство новостей в Украине в последние дни так или иначе крутятся вокруг одной весьма пугающей темы – распространения в стране коронавируса. Вчера Украина ушла на большой карантин. Соответствующее решение принял Кабмин на своем заседании в среду. В ближайшие 3 недели до 3 апреля будут закрыты детские садики, школы, вузы. Запрещено проведение культурных и массовых мероприятий, на которые собираются больше 200 человек. Отменяются авиарейсы в страны Европы и Азии. Планируется закрытие около 70% всех пунктов пропуска на границах Украины. До вчерашнего дня в Украине был официально подтвержден только один случай заражения коронавирусом. Однако сегодня стало известно о 2 новых подтвержденных случаях. Вирус обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней. То есть по состоянию на 13 марта в Украине 3 официально подтвержденных случая заражения. Сегодня состоится экстренное заседание Совета национальной безопасности, на котором будет рассмотрен вопрос закрытия границ. На время карантина из-за угрозы эпидемии коронавируса правительство Украины запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения.